мэр города Казани Ильсур Раисович Метшин. Хурматли ханумнар хам афендалар, да уважаемые дамы и господа, из года в год я рад приветствовать в этом зале всех почетных граждан Казани. Мы никогда не забываем о ваших заслугах и благодарны за то наследие, которое вы нам оставили. Дорогие друзья, сегодня здесь собрались дорогие нам люди, руководители учреждений, организаций, предприятий, бывшие и нынешние руководители городских структур, заслуженные люди, которые удостоены высших городских наград за личный безупречный труд на благо Казани. Именно ваша бесценная работа дала возможность городу стать процветающим, красивым и всемирно известным. И именно ваш труд заложил основу того, что сейчас происходит. Мы приветствуем вас и неустанно говорим вам искренние слова благодарности от имени всех казанцев. Уважаемые дамы и господа, этот светлый праздник мы с вами встречаем с хорошими результатами и яркими воспоминаниями о грандиозных событиях, а их было немало. 2019 год – год преддверия к празднованию двух знаменательных дат – 75-летия Великой Победы и столетия образования ТСР. Подготовка к этим событиям идет полным ходом. Вся работа будет посвящена памяти великих людей, которые ковали победу на фронтах войны и в тылу на заводах и предприятиях. Памяти тех, кто на протяжении столетней истории ТСР делал нашу республику процветающей, развивал ее производство, науку, медицину и культуру, а также все, чем известны наши земляки по всему миру. Каждому из них будет отдана честь поименно. Прошедший год был годом напряженного труда, направленного на реализацию национальных проектов Российской Федерации, федеральных, республиканских и городских программ по строительству новых микрорайонов, социальных объектов, капитального ремонта дорог, благоустройства дворов, парков и скверов. Среди всех проектов хочется особо отметить реновацию исторических объектов, которые были созданы в советское время и сохранены в тяжелое время благодаря труду и личным усилиям многих из тех, кто сегодня находится в зале. Завершены работы в парке Крылья Советов, ДК имени Ленина. Новая жизнь кипит в парке и ДК имени Урицкого, ЦКС Московский. Разработана проектная документация и начат капитальный ремонт в ДК имени Алиша, ДК имени Сайдаша, ДК Чулпан и многие другие социальные объекты. Дорогие друзья, уважаемые гости, Казань интенсивно растет и развивается, но, безусловно, рассказывая о событиях и достижениях города, отдельно хочется остановиться на прошедшем чемпионате мира по рабочим профессиям WorldSkills. Эти соревнования впервые проходили в России и стали самыми масштабными за историю. В них приняли участие 1354 представителя из 63 стран мира. Подводя итоги, нужно с особой гордостью отметить, что в копилке сборной России, которая заняла второе командное место в медальном зачете, 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали. Свои заслуженные награды получили в том числе и 4 конкурсанта из Татарстана. Этот чемпионат ценен еще и тем, что на новую высоту поднял престиж рабочих профессий. И президент Российской Федерации справедливо отметил, что движение WorldSkills стало важнейшим элементом передовой системы профессионального образования. А Казань получила развитую инфраструктуру для подготовки современных кадров в рабочих компетенциях. Для нас очень важна оценка, которую нам дал Владимир Владимирович Путин на церемонии закрытия чемпионата. Блестящий, энергично развивающийся город с древней историей и молодой, где были созданы все условия для честной и справедливой борьбы и дружеского общения. Хурматли ханумнар хам афендалар. Уважаемые дамы и господа, поздравляю всех с праздником, хотел бы выразить слова благодарности за проделанную работу всем предприятиям, организациям, находящимся в городе, всем ветеранам. Все как единый организм создавали наш успех. Руководители многих предприятий здесь в зале, мы искренне благодарим вас за ваш вклад и общее благоустройство и развитие города, за вашу искреннюю любовь к Казани. Рахмат бигзу.
вручается высшая награда столицы – почетный гражданин Казани. Награду вручает мэр Казани Ильсур Раисович Медшин. Решением Казанской городской думы за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие города и его строительного кластера, внедрение новейших технологий при проектировании промышленных и гражданских объектов, реставрации памятников культурного наследия и активную общественную деятельность, звание «Почетный гражданин Казани» присвоено Тихомирову Борису Ивановичу, генеральному директору акционерного общества «Казанский гиперавиапром». То, что сделано, оно сделано. Это малая толика того, что можно было бы сделать. Просто вот эта награда для меня, выше наград я вот не вижу, как быть почетным гражданином. Спасибо еще раз всем. Дай Бог, чтобы все у всех ладилось хорошо и двигались вперед. И город Казань – лучший город в мире. Это точно. Поздравляем вас от всей души с заслуженной, действительно заслуженной наградой. Озан шәһәре думасы карары нигезендә мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә социаль ярдәм күрсәтүне оештыру Озанның мактаулы гражданины исеме Ярдәм милли ислам хәйрия фондының сукырлар өчен ярдәм укыту тернәкләндерү үзәге директоры Мәликә Рәфкать кызы Гыйльмединоваға бирелде. За весомый вклад в развитие жилищно-коммунального комплекса города Казани в книгу почета Казани внесено муниципальное унитарное предприятие города Казани «Водоканал». Награда вручается генеральному директору Андрею Юрьевичу Егорову. За весомый вклад в развитие музыкального искусства и повышение авторитета Казани в России и за рубежом в книгу почета Казани внесено имя Рустема Юнусовича Абязова, директора художественного руководителя Казанского камерного оркестра «Ля Примавера».